«Авторская сцена», так называется общероссийский семинар драматургов, открывшийся сегодня в Ярославле. Марина Сварагдова узнала, какие темы для пьес сейчас интересуют писателей и насколько трудно с ними пробиться на сцену. Молодые драматурги и их опытные наставники пробудут в Ярославле до 16 июня. Для создания не то что полноценного спектакля, но даже эскизного прочтения времени маловато. Но опыт прежних семинаров, убеждали сегодня гости, говорит, что это возможно. Сам семинар возник на заре перестройки в сотрудничестве с американским театральным центром Юджина О'Нила. Там встреча театра и автора давно отработана. Съезжались все продюсеры со всех концов Америки и схватали эти пьесы, которые потом уже шли к зрителю. В этом году на семинар отобрали 5 одаренных драматургов. И хотя они не новички в драматургии, много печатаются, получают премии, их мало кто знает. А многие пьесы так и не поставлены в театрах. В профессию они пришли разными путями, которые, как известно, неисповедимы. Я сама из театральной семьи, и так получилось смешно, что однажды матушка моя, которая до сих пор на сцене, уже так 57 лет на сцене, заплакала, говорит, нет у меня рольки как-то. Хочется рольку какую-нибудь, может, что-то. И я решила ей написать рольку. Ситуация парадоксальная. Театры жаждут современных пьес, а авторы пропадают в безвестности. Семинар как раз и призван эту проблему снять. 5 пьес поставят в почти авральном режиме 5 молодых режиссеров. 4 ярославцы, студенты Александра Кузина, 5 выпускник мастерской Валерия Фокина. Ну, не знаю, будем говориться, но роман держитесь, в общем. Так можно сказать. Потому что для меня очень много непонятно, но что-то понятно, мне кажется, будем расходиться, скорее всего. Может, нет, надеюсь на то, что вы мне поможете просто. Когда я вижу сейчас драматургов, да, я знаю пьесы, и я как-то даже когда он ничего не говорит, я уже начинаю больше понимать эту пьесу. У меня была счастливая возможность выбора, у меня было 4 пьесы передо мной, и я выбрала пьесу «Бабаня», вот Катя Рубина, это была «Любовь с первого взгляда». Пьеса большая, читки я не люблю, артистов не видел, и выбрал их по голосам. Вот признаюсь вам честно в этом, и что из этого получится, увидим через неделю. Среди начинающих театральных деятелей Анна Родионова. Драматург со стажем. Достаточно назвать фильм «Карнавал» по ее сценарию, чтобы был понятен авторитет автора. Для нее работа с режиссером не труд, а увлечение. Я всегда вообще-то на самом деле недоверчиво отношусь, когда сам режиссер пишет пьесу, автор сам ставит. Потому что это должно быть столкновение абсолютно разных представлений. И тогда из этого получается, высекается очень интересная форма. И всегда она возникает чаще всего в каких-то конфликтах. Ровно через неделю в этом зале мы увидим результаты смелого эксперимента. Когда наконец-то пересекутся 2 непересекающиеся никогда линии. Драматургическая и режиссерская. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, городской телеканал.